Девочки, всем привет! Получила небольшой заказик из прошлого каталога. Сейчас покажу вам видеообзор. Ну, начнем вот с этого спонжа Коняку. Я уже один такой заказывала себе. Мне очень понравился. Он очень твердый, прям как камень. Тепленькой водичкой размачиваете, и он мягкий-мягкий. А что он делает с вашей кожей, вы ее просто не узнаете. Она мягкая, бархатистая, гладкая. Вы знаете, как будто очень хорошо ее почистили и не оставили ничего лишнего. При этом очень приятный по ощущениям, ну вот кожи я имею в виду. Заказал себе вот такой пробничек, напиток как по Glow, видите, в какой книжечке приходит, очень интересно, обязательно попробую. И что мне понравилось, то что я решилась и заказала себе восстанавливающие капсулы для лица на Vage. Как вы помните, да, в составе 6 масел, масла еще лучше влияют на нашу кожу, чем крем. Поэтому буду пользоваться 2-3 раза в неделю за место дневного или ночного крема. Особенно сейчас в холодное время года, я думаю, маслица будет просто потрясающим дополнением к комплексному уходу. Я уже использую серию Eco Beauty, и там тоже за место ночного крема маслица питательная Элио. Мне очень нравится. Кожа такая приятная, становится мягкая. Ну вот на утро, да? Маслица, оно, конечно, жирнее, чем крем, и впитывается подольше, но состояние кожи улучшается быстрее. Заказываю уже себе вот второй раз вот такой вот спонж для макияжа. Девчонки, он классный. Во-первых, мне нравится тем, вот такой коробочке приходит, и мне нравится тем, что заостренным кончиком можно под глазками консилер растушевать, а вот этой мягкой стороной вы спокойно наносите тональное средство и тоже используете этот спонж по назначению. Классно. И заказала вот из такой вот серии Essence Co. Новиночку. Это жидкое мыло для рук. Вообще мыло, оно, жидкое мыло, я имею в виду, оно нежнее, чем такое. Ну, для ручки я про это имею в виду. По ощущениям нежнее. Поэтому, девчонки, вот такой заказик небольшой у меня получился. Всем спасибо за внимание.